Итак, всем привет, с вами Арман, и буду снимать видео, как загрузить в YouTube видео в качестве 1080 HD. Для этого запускаем Camtasia Studio 7 и заливаем любое видео. Вы его обрабатываете, как хотите, и нажимаем на сохранить для сжатия. Тут выбираем добавить и изменить профиль. Мы выбираем HD создать. И, к примеру, 1080 HD. Для этого выбираем видео Windows Media. Далее. И тут мы выбираем 1920 на 1080. Нажимаем далее. Готово. И нажимаем закрыть. И вот видим, у нас появилась вот такая. Выбираем ее, нажимаем далее. Безымянно, но это ладно. Нажимаем готово. У нас, как всегда, сжимается видео. Вот она сейчас будет сжиматься. Я пока остановлю показ. Итак, мы залили, сжали видео. И теперь вы зальете его в YouTube, и у вас будет снимать он 1080 HD качестве. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачного просмотра. From the back and the front.